семья Ткаченко. Нас четверо человек. Мы воспитываем не только своих детей, но и чужих. Мы руководители благотворительного фонда, где занимаются культурным воспитанием. Почему мы выбрали это направление? Потому что дети – это наше будущее. Все, что мы делаем, ради чего мы живем – это наши дети. И мне бы хотелось, чтобы больше уделялось внимание тем категориям, где много детей, чтобы к ним относились лучше, чтобы для них больше делалось. Ведь там действительно талантливые дети, звездочки. Хочу пожелать всем мирного неба и счастья. Мы єдина країна.